И у нас пикник после моря. Обед. У нас омлет. Салаты. Листья и помидор. Помидор это итальянский. Он такой красивый. Такой ребристый. Очень вкусный, сочный. Перловка. Местные ее называют харис. По праздникам они едят много сладостей, какая-то булочка со сладостями, печенюшки, индийский чай, и мы это все будем кушать под пальмой. Такая прелесть, погодка отличная.